Приветствую, друзья! Сегодня мы приготовим классическую галету с начинкой из вишни. Галета – это самый простой пирог на основе песочного теста, а начинка может быть любая. В моем случае это вишня, и подавала я ее с ванильным мороженым. Также у меня было немного клубники, поэтому у меня получилось разнообразие галет с вишней и с клубникой, с шариком ванильного мороженого. Это очень вкусно, я рекомендую вам попробовать этот рецепт. Для него нам понадобится масло, мука, сахар коричневый, ваниль, ледяная вода, соль щепотка, вишня, крахмал. Итак, приступим. Для начала подготовим фрукты, очистим вишню от косточек. Также заранее поставьте воду в холодильник, чтобы она была ледяной. Займемся тестом. В просеянную муку добавляем кусками сливочное холодное масло. Перетираем хорошо в крошку, добавляем сахар, щепотку соли, ваниль, перемешиваем и в конце вводим ледяную воду. Тесто собираем в шар, не вымешиваем, просто стараемся руками собрать его в плотный шар. Заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник на полчаса. Подготовим начинку. Вишню заранее очистили от косточек, посыпаем сахаром, крахмалом. Клубнику я разрезала напополам, также добавила крахмал и сахар. Тесто отдохнуло, теперь можно приступать к формированию галет. Я разделила на 4 части, у меня получится 4 галеты. Вы же можете сделать 2, просто они будут больше размером. Выкладываем начинку на раскатанную основу и начинаем формировать галету, защипляя края теста. Заранее разогреваем духовку на 180 градусов. Перед выпеканием каждую галету посыпаем коричневым сахаром и на начинку сверху раскладываем кусочки сливочного масла. Выпекается галета 40 минут при 180 градусах. Вот такие ароматные, вкуснейшие галеты у нас получились. Попробуйте приготовить, я уверена, они вам точно понравятся. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!